うん。 Добрый вечер, друзья. Мы вышли с задержкой тут. Только-только наладили камеру. Была проблема с камерой, на которую я смотрю. Проблема с микрофоном. Короче, не знаю, эти ракеты путинские, которые сегодня пролетели над Молдовой, взволновали нашу технику. Дойдем и до этого. Поговорим сегодня и про путинские ракеты, и про все, что происходило. В общем-то, после того, как этот э, крысный мост, это не отпечатка, я так его и назвал сегодня, наше видео «Не Крымский мост, а Крысный мост» в честь одной крысы, которую мы с вами знаем. Так вот, после того, как он неудачно покурил и частично по итогам референдума, конечно же, решил присоединиться к морю, все ждали, какова будет ответка от Путина. Что же он такого сделает? Может быть, может он нанесет ядерный удар? Может, он уничтожит всю планету? Может быть, сотрет с лица земли центр Киева полностью, вот прямо вот весь центральный район? Может быть, он атакует НАТО, войдет в Польшу? Нет, на самом деле, это была мелкая подлинная атака, которую он сегодня устроил. Да, погибли люди. Э там порядка, по-моему, 5 или 6 человек погибло, нанесен определенный материальный ущерб, но э, великим ответом это выглядит, наверное, в глазах только российской пропаганды. Они сегодня все визжали от восторга, и, и Симонян, и Кадыров, и все, прямо они там писали, браво и простые россияне. Да, наконец-то, вот оно, вот оно. Но на самом деле просто они видели то, что им показывала российская пропаганда, что там ужас-ужас. Такие атаки были. И в первую неделю войны были и похуже. Атаки по Украине долбили еще хуже, были гораздо больше жертв, больше Разрушений на сегодняшняя атака: знаете, по если брать вот то, что было в первые дни это на десятку, и то, что было там месяц назад, это на единичку. Сегодня, где-то, ну, так, на семерочку, может быть, на шестерку с плюсом. То есть, это не говорит, что это вообще ничего было, это было плохо. Но Армагеддон, как обещал нам Медведев, не произошел. Более того, большинство объектов энергетической инфраструктуры сможем восстановить уже сегодня. Об этом сказал премьер-министр Украины Шмыгаль. Сказал, часть придется отложить до завтра. То есть, ну вот прямо так полностью разрушена инфраструктура. Ну, ее сегодня восстановят. Это как вообще такое может быть? Понятно, что больше, больше нагнетания, больше они там нагоняли панику и рассказывали, что посольства бегут из Киева. На самом деле это ложь. Инфраструктура разрушена. На самом деле это ложь. Короче, как обычно, Геббельс ТВ работает на всю катушку. Вот что у них нормально работает, это пропаганда. Все остальное у них работает не через то место, через которое должно работать. Началось с того, что, ну, если говорить про ответку Путина, с ночи на воскресенье, то есть получается уже более суток назад, полтора, полтора, суток назад, если я правильно сказал, Запорожье подверглось массированным ракетным ударам российских войск. То есть ну, вот он начал с Запорожья, почему-то решил отыграться на Запорожье. По данным главы запорожской областной администрации Александра Старуха, в результате обстрела погибли 13 человек и еще 49 человек пострадали. Среди них 6 детей. Вот Путин отомстил этим детям за все неудачи своей армии и вообще за все свои личные неудачи. В украинских воздушных силах заявили, что удары наносились с самолетов, которые базируются в Рязани и в Ростовской области. Было выпущено около 16 ракет по гражданской инфраструктуре города и жилым кварталам. Об этом сказано в сообщениях ВСУ. Ну вот посмотрите, вот он достойный ответ на атаку Крымского моста. Вот она, прямо вот центр принятия решения. Это обычная многоэтажка в городе Запорожье. Давайте посмотрим. Вот, короче, ебаные русские Уничтожили дом. Ночью, в два часа ночи. Тупо многоэтажку уничтожили. Ебаные твари, блять. Ну а сегодня с утра начался обстрел всей Украины. Повторяю, то есть были обстрелы и помощней. В этот раз выпустили, ну на момент обеда говорили примерно 70 э, крылатых ракет плюс какое-то достаточно большое количество дронов. Сколько не, из, ну по крайней мере у меня нет этих данных. Наверняка они считали там в ВСУ, может быть сегодня опубликуют попозже, может уже где-то опубликовали, я просто еще не видел. Это, это большой обстрел, ну прямо сказать, что прямо это вот нет по многим городам прилетела. У меня родственники, например, в Хмельницком сказали, что у них там тоже э, было слышно где-то это, ну, э, не прямо, чтобы где-то возле дома, они на окраине города живут, но, э, говорят, стекла дрожали в окнах. То есть э, даже туда, это, в общем-то, кто знает, Хмельницк, это, ну, это даже, наверное, не центрально, это, получается, ближе к западу Украины. Ну, центр ближе к западу, то есть, по крайней мере, западнее Киева точно. И вот э, и по Львову прилетело, и, ну, короче, по очень-очень многим э, городам Украины сегодня прилетело эти ракеты. Посмотрите, вот девочка в Киеве решила записать видео. Она видела пролет ракеты и она и сильно этого испугалась. И она вот решила поделиться в сторис, записать это видео. Но дальше было еще страшнее. Смотрите. У меня на телефоне потому что я еще побачила. Я купила ракета и я почула все. Девочке повезло, Путин ее в этот раз не убил, хотя то, что сегодня он творил, это просто в сотый раз, в тысячный раз подтвердило, что для него человеческая жизнь не стоит ничего, а тем более жизнь украинцев, то есть это целенаправленный, планомерный геноцид украинского народа. Кстати, э, я просто не хочу вам цитировать всяких мразей и подонков, например, Дугина, который вывалил там целый пост о том, что не надо вообще обращать внимание на мнение кого-то. Надо просто уничтожать Украину. И все. И плевали они на все мнения. И, э, да, судя по всему, Путин как раз в этой парадигме действует. Он просто пытается уничтожить Украину. Да, часто вяленько, знаете, как у старичка не очень там его армия стоит, но э, он пытается. Пытается изо всей сил, но э, получается так себе. Обстрелу подверглись э, большинство областей Украины. И, кстати, что интересно, что в Одесской области три ракеты и пять дронов. Вот это все, что было до 13:00 сегодня. Не знаю, может быть после этого что-то было. У меня нет информации. Но, короче, то, вот при этом утреннем массивном обстреле все сбило ПВО. Представляете, друзья, насколько вот выросло качество украинского ПВО? В целом, если говорить по этим, по прилету, то есть примерно, ну, около половины по всей Украине было сбито всего, что летело. То есть украинское ПВО выросло, просто половина, это вообще показатель феноменальный, это, это огромный показатель, даже для очень развитых армий. ВСУшники натаскались, они просто вот, ну, реально становятся асами экстра-класса. Ну, повторяю, в Одессе сбили все на утро. Не знаю, может быть, были какие-то прилеты после этого, но, э, и, кстати, если у кого-то есть информация, напишите. А, да, кстати, давайте, что у нас там от модератора. Так, нас приветствуют Белая Церковь, Жмеренко, Афины, Финляндия, Ужгород, Мальта, Бельцы, Южноукраинск, Флорешты, Сумы, Германия, Херсон, Акерман, Днепр, Одесса, Испания, Банешт, э, Горишни, Плавни, Черноморск, Тигина, Италия, Новомосковск, Первомайск, Конотоп, Кривой Рог, Хьюстон, Италия, Южный, Липканы, Киев, Водолуйводы, Воды, Каушаны, Чикаго, Нюрнберг, Кишинев, Латвия, Солт-Лейк-Сити, Грузия, Ханчешт, Харьков, Сицилия, Израиль, Стамбул, Болония, Франция, Гагаузия, Львов и другие. Друзья, я прошу, тут сразу пришел вопрос про ракеты, на этот вопрос про про ракеты, пролетевшие над Молдовой, поговорим чуть подробнее. Я вас прошу, как обычно, поделиться этим видео, поставить лайки. Наше субботнее видео просмотрели 50 тысяч человек, только на Фейсбуке. На Ютубе там меньше, там, по-моему, по порядка около 4 тысяч, я сейчас буду ошибиться, но тоже, то есть результаты прекрасные. Это благодаря вам, потому что я-то делаю все время одну и ту же свою работу, а когда вот вы интенсивно подключаетесь, начинаете лайкать, делиться, то видео лучше заходит. И поэтому я к вам обращаюсь, что поддерживайте нас таким образом. Ну, кто может поддержать материально, то ссылочки в описании или QR-код, который вы видите на экране, можете стать нашим патроном. Так, едем дальше. Вот что по поводу этих обстрелов, произошедших сегодня, заявил э, Путин, который считается президентом России. Э, послушайте внимательно именно содержание. В принципе, можно посмотреть и на его физиономию. Что-то с его физиономией какой-то он и глаза слезятся, и лицо припухшее, хотя видно, что он хорошо припудрен. Но э, важно не это, важно текст. Вы послушайте, а я вам потом э, скажу, на что можно обратить внимание. Сегодня утром по предложению Министерства обороны и по плану Генерального штаба России... Нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам энергетики, военного управления и связи Украины. В случае продолжения попыток проведения на нашей территории терактов ответы со стороны России будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз создаваемых Российской Федерацией. Ни у кого не должно быть никаких в этом сомнений. Грустно он выглядит. Знаете, мне надо кажется, он сидит, наверное, думает, блин, ну нахрена я это ввязался? Зачем мне это все надо было? Доживал бы спокойно там в своих дворцах со своими гимнастками. Нет, полез где отвоевать. Ну ладно, как бы. Полез и полез. А, но что, что интересно, что здесь обратить внимание? Во-первых, обратите внимание, что он, как обычно, как он все в этой войне, он размазывает ответственности. Он говорит, по предложению генштаба сегодня был нанесен удар. То есть это не я, Путин, сказал, давайте херанем по Украине. Это генштаб предложил. Ну, а я как бы я ничего не понимаю, я согласился. То есть у него с первого момента, с первого дня, когда начинал эту войну, он Совет Федерации это предложил. Потом, этот, когда они признавали эти ДНР и ЛНР, и тоже, помните, когда на вот то же самое, это как бы: ну, типа Совет Безопасности. Путин как бы он ни при чем. Ну, это, знаете, это срабатывает. Я, я его понимаю, трусливый КГБшник, он просто всю жизнь привык перестраховываться. Он думает, мало ли, мало, мало ли что, а, а, а вдруг потом будет суд над военными преступниками, а вдруг меня на скамейку подсудим, я скажу, а я ни при чем? Это вот эти, эти те. Вот. Конечно, это не сработает, но тем не менее его всю жизнь привычка перестраховываться, она продолжает работать всегда. И вот он поэтому по этому предложению, дискоте, я не хотел, я просто сидел тут, тут утром, чай пил, и вдруг заходит Шойгу и говорит, а давайте долбанем. Кстати, уже не Шойгу, там уже этот э, Суровикин, Но об этом тоже поговорим чуть дальше. И второй важный момент, о чем он говорит, он говорит, что удары нанесены по объектам энергетики военного управления и связи Украины. Вау! Так это вообще, смотрите, как они все прямо уничтожили военные объекты Украины. Как вы думаете, куда попали эти э, аналоговнетные высокие высокоточные ракеты из тех, которые долетели, те, которые не были сбиты украинским ПВО? Знаете, какие важные объекты военного управления Украины? Ну, вот, например, детская площадка. Смотрите. Важный стратегический военный объект, там дети в войнушку играли. И следующий важный стратегический объект ⁇ мост. Пешеходный мост, стеклянный. Смотрим. Что интересно, этот мост выстоял, в отличие от Крымского моста. То есть вот да, даже в этом разница. Ну, кто, кто не знает, этот, этот мост в Киеве, это вот, ну, кто примеет, примерно представляет себе географию Киева, вот там есть этот памятник дружбы народов, который сейчас его, по-моему, снесли уже, потому что это там типа украинцы с русскими, друзья, вот, вот такие они друзья. Так вот, от, от этого, от этой площадки, там типа какой-то мемориальный комплекс, памятники, шел мост над, если я не ошибаюсь, улица Владимирский спуск, который идет к Днепру. И вот над ним шел этот мост, от, от, с него открывался шикарный вид на Днепр, просто очень красивый, это пешеходный маленький мост, он шириной там, ну, я не знаю, там, там машина наверное может поместиться, но он просто для людей. Там гуляют люди, семьи, туристы очень любят этот мост. В нем сделаны в полу стеклянные, ну, как пролеты, по которым прямо можно ходить, смотреть вниз, Прикольное туристическое место. Вот этот важный стратегический объект поразил Путин. Вот так он отомстил за этот Крымский мост. Он также отомстил одному киевскому офисному зданию, обычному офисному зданию, которое сдается офисы в аренду. Смотрим. Так, трещу. Ну и, конечно же, он отомстил обычным мирным людям и машинам. Многочисленные иностранные журналисты могли сегодня это наблюдать в Киеве. Посмотрите. Я вам хочу прочитать здесь где-то только что мне попадалось в ленте, если я сейчас найду. А вот. Значит, Униан сообщает, что ракета Орды, кстати, это цитирую официальное украинское агентство, они теперь в таком стиле пишут, уже э, многие месяцы, ракета Орды, запущенная по Киеву, оставила ротой пятилетнего мальчика. История недетского детс... не горя в соцсетях поделилась журналист Оксана Данилюк. Сегодня друг моего Макара Григорий стал круглым сиротой. В машине от российской ракеты умерла его мама, которая отвезла Гришу в сад и спешила на работу. Полгода назад э, умер отец парня. Эти проклятые ублюдки оставляют наших детей не только. Э, э, без тепла, света, без заводного детства они уносят самое главное — материнскую любовь. Позже в комментариях э, женщина сообщила, что у ребенка есть еще дедушка и бабушка. Вот так вот, друзья. Что же по этому поводу можно сказать? И сегодня российские СМИ э, начали разгонять тему, что в Украине паника, люди прямо вот все уже... Давайте сдадимся Путину, мы мы боимся, ой-ой-ой, ой, как страшно. Я вам хочу показать видео из украинского, из киевского метро. Вот посмотрите на этих людей и скажите, у них паника или нет. Знаете, если вы хотите увидеть настоящую панику, пойдите посмотрите на пограничные переходы России с другими странами. Вот куда бежу, бегут десятки тысяч, может быть уже сотни тысяч э, российских мужчин. Вот там вы увидите настоящую панику. Можете еще посмотреть на мобилизованных на видео, которых там каких-то поселили одних в свинарник, других просто в поле высадили, третьих в лесу на каких-то раскладушках. Вот у них тоже паника. Вот это паника. В Украине вы эту панику сегодня не увидите. Там только просто зашкаливающая злость. Кстати, это, знаете, я вот по себе могу судить. Я не знаю, это, наверное, какой-то как зов крови или что. Вот э, я чувствую то же самое, что почувствовали практически все украинцы, с, с которыми я общался после начала войны. До войны, до, до 24 февраля, было очень страшно. Я думаю, блин ну как вот Путин нападет что же будет это же это же просто ну вот реально переживание которое даже испортилось от этого сон после войны вот после буквально начала войны первых часов злость которая она заполнила просто знаете вот так уже страх ушел вообще только злость и ненависть вот это вот сегодня основная основная эмоция украинцев в отношении врага который пришел на их землю испортил их обычную нормальную жизнь убивает их земляков детей разрушает их дома и Путин опять, он опять в который раз показывает, что он абсолютно не понимает, что происходит в Украине. Что все эти его ФСБшники, которые ему несут доклады, они тоже не понимают. И поэтому они все время какую-то выдают абсолютно искаженную картину. Они думали, что там будет, как в России. Один раз барин плеткой щелкнул, и все упали на колени, и все нормально. Все принесли с собой бутылки и сели на эти бутылки. Но ну, в Украине вообще происходит по-другому. Мы это видим своими глазами постоянно, каждый день. Поэтому на что рассчитывает этот, э, вот эта атака? Я сегодня видел высказывания очень многих экспертов, в том числе пророссийских. Тоже Гиркин, там другие пророссийские говорят, что вот если мы так будем каждый день, тогда мы победим Украину. Ну, во-первых, начиная из речи Путина, то есть было очевидно, вот то, что он сегодня, то, что я вам показал, что это был просто как бы «если вы еще так сделаете, то мы вам опять такое сделаем». То есть каждый день они так не будут делать. И не потому, что Путин такой добренький, типа «я сегодня вам убью там десяток деток, а вот э, завтра я буду добренький». Нет, потому что у них просто нет столько ракет, чтобы каждый день вот так вот долбить. Они в первый месяц, первый, может быть, ну, даже два месяца, они стреляли почти каждый день вот так как сегодня. Потом все меньше, меньше, меньше. У них, судя по всему, осталось, как вот говорили когда-то, что вот 70% ракет они выпустили, осталось 30% это НЗ. Ну, мало ли, случится настоящая война с НАТО, или Китай вторгнется в Сибирь. Мало ли что. Должен быть какой-то запас не только для того, чтобы гадить чужим странам, чтобы защищать свою страну. Сейчас, видимо, Путин решил по требованию своих местных, потому что на самом деле стратегически это не дало вообще ничего, эффект ноль. Но э, там же все вот и Кадыров, и Симонян, и э, все эти военкоры, они все дружно требовали, и где, ну, ну где этот а, Армагеддон, когда вы начнете, давайте уничтожьте уже Украину. Ну и Путин сказал, так, давайте это вот покажите им сейчас, страшно, вау, пошли ракеты. Ну и, как бы, повторяю, эффекта нет, но попытка есть, и... Эффект просто на местных на его, на своих этих партию войны, которые они сегодня удовлетворяют. Вот Кадыров написал, что сегодня ему нравится, как идет операция. Ну, вот он доволен. Классно же! Вот в Киеве разрушили детскую площадку, убили маму, убили детей в Запорожье. Ну что, что ж плохого? Классно же, идет спецоперация. Да, вот так. Послушайте, что по этому поводу говорит советник офиса президента Аристович. Вот как он описывает эту ситуацию? Дорогие друзья, всем добрый день и слава Украине. Путин, как и следовало ожидать, мелко мстится за подрыв Крымского моста, хотя еще неизвестно, кто его подорвал, как бы не они сами. Но, тем не менее, они бьют со стратегических бомбардировщиков крылатыми ракетами по инфраструктуре, энергетической инфраструктуре Украины. Главная его цель – поставить нас на колени путем, как они любят говорить, замораживания. То есть пусть, пусть украинцы замерзнут и тогда пойдут на уступки. Все это, с его точки зрения, не что иное, как создание более выгодной переговорной позиции, переговоры с позиции силы, страдания мирного населения должны заставить наши власти, как ему кажется, пойти на уступки и должны заставить пойти на уступки международное сообщество. Но мне кажется, что все будет наоборот. Сейчас в Америке ночь. Но когда они проснутся, я думаю, они уже проснулись и начнут принимать государственные решения, то демократы скажут Путину большое спасибо за столь эффективное вмешательство в избирательную кампанию. Сегодня он, в Соединенных Штатах ускорение, особенно на фоне <coughs>, некоторых заявлений вчера и позавчера, что с Путиным надо договариваться. Напоминаю, что страдания мирного населения имеют признаки геноцида, нарушения обычаев правил ведения войны, как минимум попадают под нарушение Женевской конвенции устава ООН, множество других международных соглашений, а на геноцид и на вот такие вот вещи по отношению к мирному населению должна отвечать каждая страна. Это обязывающая в международном законодательстве и в международном порядке норма, которая обязывает вмешаться, нельзя уже отсидеться. Мы не знаем с вами реакции Запада, но она гарантированно последует. И что это будет? Расширение номенклатуры поставок вооружений, усиление санкций, наверняка это будет и то, и другое. И если он по нам лупит с неба, мы ответим ему и на земле, и с неба, и на воде. Для нас с вами ничего не меняется. Мы как боролись за свою независимость, так и будем бороться. Мы как боролись за свое выживание, так и будем бороться. Я думаю, что подобные акции заставят мир еще раз изменить отношение к путинскому режиму, и к тем, кто предлагает с ним договориться, и помощи в отношении Украины. Все это произойдет в короткие дни, мы с вами увидим, в 2-3 дня. Что касается сегодня, помните, ни один налет не длится вечно. Я думаю, что это займет какое-то время, за сегодня закончится, возможно, будут удары завтра, мы не знаем, что у них там в голове, но помните, что крылатых ракет у них не так много. Это акция, акция на краю неприкосновенного запаса, но ну, в конце концов теперь у них ракет на 80 меньше. И шутки шутками, конечно, гибнут люди, наши люди. Но это ничего не поменяет. Так страшно, как было 24 февраля, и первые три дня нам уже не будет. Мы знаем, что делать. Мы знаем, что мы делаем. Мы знаем, что эта война закончится нашей победой, что бы ни произошло. Путин выбрал не ту сторону. Нам будет вести в этой войне, а он будет съезжать все ниже и ниже. И подобные мелкое... мелкие пакости. Ему не помогут. Помните, что совсем заморозить страну, в которой есть атомные станции, невозможно. Так или иначе, наша энергетика имеет запас прочности, она будет справляться. Ущерб будет оценен, Как бы электроэнергия распределена. Мы страна, которая воюет восьмой месяц, и мы знаем, что делать. Наше руководство все на местах, оно работает. Так что мы действуем планово. Прямо сейчас вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по противнику. Ну и что-то случится, наверное, интересными днями, мне так кажется. Крупная, крупный ответ за мелкую пакость. Все будет Украина. Слава, Укра... Слава Украине! Выше нос. Работаем в плановом режиме, спокойно и точно, как хирурги. Слава Украине! Что-то интересное обещает. Говорит, что на днях что-то будет крупный ответ на мелкие пакости. Ну что ж, ждем, ждем, надеемся на что-то очень интересное. А, так, давайте тут есть парочку ваших вопросов, чтобы много не накапливалось. Так. Андрей, что за информация о Беларусь усиливается свое присутствие в войне в Украине? А там ситуация такая. Вчера Лукашенко заявил, что опять у него есть информация, что Украина готовит на него нападение. Как помните, в начале войны этот мем, когда стало, что сейчас я вам покажу, откуда готовилось нападение на Беларусь. И, кстати, почему-то на той карте были стрелочки в сторону Молдовы со стороны России. Так вот, что-то они там вроде как замышляют, потом он объявил, что какая-то будет совместная группировка российско-белорусских войск. Сейчас Евросоюз к нему сказал, что требует от него прекратить давать свою территорию для ударов под Укра по Украине, потому что иначе будет против него там больше всякого давления, санкций и так далее. Я думаю, что пока, вот пока мы не увидим конкретно от него каких-то действий, это все тот же самый танец с бубнами, который он исполняет все эти уже 7 месяцев. Просто потому что Путин каждый, при каждой встрече говорит, давай, 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 тут говорит, да, да, сейчас, сейчас, ну. Он же на, на прошлой неделе объявил, что у них мобилизация в Беларуси, да, мобилизация на картошку, что слишком большой урожай картошки, поэтому он требует срочно послать всех студентов, там молодежь, собирать картошку. Поэтому, ну какая война? Картошка поспела, урожай. Так что Бульбафюрер, он занят своими делами. Я думаю, что, ну, хрен его знает, конечно, можно все что угодно предположить, но все-таки я думаю, что, скорее всего, он в эту войну не ввяжется. Можно собрать всех жителей Молдовы, тех, кто сегодня радовался событиям в Украине, и выслать их в Россию. Было бы хорошо, но, к сожалению, по закону так нельзя. Покажите видео с Польши под посольством Морков. Я вам, я бы вам показал лучше с Молдовы под посольством Морков. Сегодня там тоже у нас проходил протест и относительно большой. Ну, в масштабах, и там они даже захейтили машину послали. ну, короче, кого-то она выезжала с посольства, они там их э, окричали, пришла полиция, короче, там было интересно, просто я не успел подготовить, потому что я это увидел вот буквально перед тем, как мы начали, я не успел это видео скачать, поэтому, но, кстати, я вам скажу, как вы можете это найти, есть группа в Фейсбуке, сейчас я вам скажу, как она называется, Stop Russian Aggression, вот у нас была здесь девушка, это э, Ди, Диана, по-моему, по да, Диана, вот она, организатор этой группы. Мы брали у нее интервью. Кстати, завтра у нас будет эксклюзивное интервью с тем парнем, который устроил протест около российского посольства, который пулялся в него фейерверками, там залез на ворота, которого задержала полиция. Вот мы его нашли, он придет к нам завтра в студию и даст интервью. Так что, если хотите это увидеть, не забывайте подписаться и нажать колокольчик, чтобы завтра вы могли это увидеть. Андрей, предлагаю всем собраться, завернуть логистов в палатке и выдвинут требования правительству на договоренность с Украиной на освобождение ПМР и колбасной, от, в частности, от металлолома. Ну, знаете, это, это как бы звучит, звучит хорошо, но нереально. Нет у нас столько патриотов, знаете, чтобы собраться и с правильными требованиями. Вот за четыре столей посидеть в палатках, побухать, у нас таких желающих много. А за Молдову как-то у нас что-то не особо. Андрей, скажите, пожалуйста, это правда, что Россию признали страной-террористом? Ее признали страной-террористом, по-моему... Если они ошибаются, в Эстонии, еще где-то. Но э, крупные страны, типа Америка, там, Германия или на уровне ООН, этого еще не произошло. Хотя вот после таких обстрелов, как сегодня, может быть, это и произойдет. Но пока, пока нет. Спасибо, что доносите правду до народа Молдовы, особенно Гагаузии. Украинцы действительно испытывают только злость и ненависть. Страху нет места. Да, это так. Э, Решается все-таки на закрытие неба Украины. Нет, смотрите, про закрытие неба Украины забудьте, это... Эта тема уже мертвая. Там по-другому. Сегодня, кстати, Германия сказала о том, что они увеличат поставки ПВО для Украины. И то, что вот в Одессе позбивали практически все, это говорит, что там уже стоит какая-то крутая система ПВО. Я думаю, что надо э, ну, 5-6-7 таких хороших систем разбросать по Украине, и она более-менее будет защищена. Потому что уже сейчас то, что сбивают половину, понимаете, вот почему такой был массированный обстрел одновременно? То есть они могли, если бы они хотели делать панику, они бы каждый час там, или каждые там, полчаса две ракеты пускали бы, чтобы непрерывно была воздушная тревога, чтобы люди постоянно переживали. Но тогда эти ракеты бы все сбивались, сто процентов. Они пустили одновременно несколько десятков ракет, потому что ну, э, практически ни одно ПВО в мире, ну вот только мы видели железный купол в Израиле, есть эти видео, вы можете найти в интернете, когда летят сотни ракет одновременно, этот железный купол сбивает их все. Таких систем практически нет больше в мире, поэтому, ну, окей, да, и даже, допустим, Украина могла бы создать что-то подобное на базе того, что у нее имеется, но... Украина это громадная страна, это вторая страна после России по размеру в Европе. Поэтому закрыть все небо Украины, это система МПВО очень сложно. Но э, к этому идет потихоньку, будет больше и больше ПВО, по крайней мере закроют крупные города, поселам нет смысла стрелять. Поэтому я думаю, что этот вопрос постепенно решится. Но это нужно время, и это нужно, нужно набраться терпения. И поэтому, кстати, я всегда говорю, что вы когда слышите, кто нас смотрит с Украины, слышите воздушную тревогу, не думайте, что это, ну, типа, э, это, это не про меня это это кому-то другому прилетит. Так думал каждый, на кого оно в итоге прилетело. Но лучше уйти в подвал и посидеть там полчаса или час или два, но зато будете живы и здоровы. Так, э, едем дальше. И у меня есть еще одно мнение эксперта, ну уже просто вам процитирую. Массированные обстрелы Украины — это тактика нового командующего войсками Российской Федерации Сергея Суровикина. Об этом заявил для канала «Можем объяснить» украинский военный эксперт Роман Светан. По его словам, Суровикин использовал проверенную технологию, которую уже применял в Сирии. Именно такие действия в Алеппо ему понравились, потому что больше он делать ничего не может. Суровикин использует авиацию как дубинку. Об этом сказал Светан. Суровикин кто не знает, этот человек, которого сейчас назначили буквально вот на днях командующими командующим российской группировкой войск, он известен своей невероятной жестокостью, которую он проявил в Сирии. И вполне возможно, что действительно вот он был разработчиком вот этого удара по Украине, по, вот этим, по детским площадкам, по мостам, по, да, по, по ТЭЦ, потому что тоже разрушение ТЭЦ, ну что, это смысла в нем военного никакого абсолютно. Просто нагадить обычным мирным людям. Что да, им... Ну, тоже это глупо. Во-первых, еще не так холодно. Во-вторых, это за пару дней подчинят любые ТЭЦ. То есть эти, это же не ракеты, которые прям вот оно бахит, здания нет. Да, там пробило трубу, там где-то по стекло осколками. Это все восстанавливается одной ремонтной бригадой. Но, тем не менее, вот эта вот... Тупая жестокость, она вот им характерна, и Тактика вот этого вот массированного обстрела, возможно, будет еще применяться еще не раз. Но э, они каждый раз будут все менее и менее интенсивные, потому что ракет, повторяю, у России не бесконечное количество. И, кроме того, они часто используют эти старые серии Х, там, Х, там, 0... 0. 0,50, по-моему, неважно, короче, там три разных варианта номера, этих Х. Так вот, эксперт рассказывал, что эти Х, там половина из них, когда самолет открывает, бомбалюк выпускает эту ракету, они просто падают на землю, потому что они настолько старые и трухлявые, что многие из них просто уже летать не могут. Но еще хуже те, которые летят, потому что при их э, точности они летят куда попало. И в итоге, может быть, они действительно думали, что стреляют по каким-то военным объектам, а прилетело, как обычно, по, по мирной инфраструктуре, потому что ракеты эти, как все у них сделано через жопу. Президент Молдовы Майя Санду по поводу этих сегодняшних событий заявила, что решительно осуждает продолжающиеся российские ракетные атаки по украинским городам, включая Киев. Жестокость, террор и убийство мирных жителей должны быть немедленно прекращены. Естественно, это возмутило всех наших пророссийских. Как это так? Как так можно запрещать России бомбить мирных людей? Она что, вообще фашистка какая-то? Ну да, у них э, такое, э, такие вот у нас есть пророссийские силы, которые сегодня очень активны, они проводят активную работу, но а, об этом мы будем говорить в субботу. Кстати, там сейчас происходят очень интересные процессы, положительные, но они об этом, может быть, сами не понимают. Но мы об этом поговорим. Я имею в виду то, что там происходит, там у них сейчас кое-какие объединения очень интересных людей, которые приведет к последствиям, которые они сами, видимо, еще не понимают. Но об этом мы поговорим попозже, потому что мы такие объединения уже видели и, и знаем, чем это заканчивается. И это хорошая новость, но об этом мы будем говорить в субботу, когда будем разбирать молдавскую политику итоги недели. Международный эффект этих бомбежек Киева и других городов Украины, конечно же, будет. Знаете, Путин, у меня такое ощущение, что он оправдывает свою, вот, вот, как сказать, кличку китайского агента, потому что он делает все возможное, чтобы Украине дали более мощное оружие, более современное и более современные системы ПВО. Особенно интересно, дойдет, если дойдет до того, что какая-то страна, например, Польша, страна НАТО, в какой-то момент просто возьмет и вступит в войну помочь Украине. А почему нет? Путин пугал ядерным оружием, все видят, что он не может применить ядерное оружие. Вот нанесены удары по России. Кстати, вчера и сегодня обстреливал кто-то, не знаю, кто обстреливал Белгород, обстреливали Курскую область, там какие-то происходят всякие интересные события. Кстати, хорошо, что вспомнил, произошел страшный геноцид русского народа в населенном пункте Теткина, по-моему, в Белгородской области сегодня кто-то обстрелял спиртзавод. То есть такого, знаете, такого, это прямо, ну, это вообще звери какие-то были. Как можно в России обстреливать спиртзавод? Я не знаю, кто это, наверняка солдаты НАТО, какие-то наемники, там, африканцы, или, ну, как обычно эти военкоры российские пишут, наркоманы обдолбанные, потому что такое сделать против России, это просто в голове не укладывается, какими зверями надо быть, чтобы взять и обстрелять спиртзавод. Да, ну так вот, дойдет до того, что если Путин не может применять э, серьезное оружие, а весь его страшный ответ Армагеддон это обстрелять детскую площадку и мост в Киеве, ну еще там в других городах, то я не удивлюсь, если Польша в какой-то момент скажет, да, слушайте, а пошли-ка мы повоюем. Почему бы и нет? Чего нам бояться? Это произойдет, если вот будут опять такие вот убийства детей, вот эти вот все э, гаденькие подлости, которые устраивает российская армия, как сегодня это произошло в Украине. Что интересно... Да, давайте я гляну. Секундочку. Да. Андрей, почему Молдова не сбила три ракеты? Вот как раз мы сейчас об этом говорим. Сегодня часть этих ракет, пущенных Российской армией, пролетели над территорией Молдовы. Три ракеты. В связи с совершенными сегодня утром российскими воздушными ударами по нескольким городам Украины, в понедельник, 10 октября, с 8.33 до 9.02 были выявлены три воздушные цели, которые летели над Молдовой. Это сообщение Министерства обороны Молдовы. Они пролетели над следующими населенными пунктами. Одна пролетела над Рыбницей-Сороками, вторая пролетела над Рыбницей-Рудь, это Сорокский район. И третья пролетела на село, селом Попенки и Ченишкуц. это Флорешты. То есть, ну, это вообще уже как бы почти центр Молдовы. То есть, и они пролетели в направлении Украины. В Минобороны сказали, что цели были подтверждены, в том числе ответственными структурами Министерства национальной обороны Румынии и Украины. То есть, это не только нашим привиделось, но это увидели радары и Румынии, и Украины. Цели представляли опасность для инфраструктуры Молдовы и, в частности, для гражданских самолетов, летящими над воздушным пространством страны. Это тоже из заявления Минобороны. Угроза чрезвычайная. Это... Ну, представляете, вот эти старые косоглазые ракеты, которые летят непонятно куда, непонятно как. То есть, ну вот что ей помешает в какой-то момент взять и просто перенаправиться? Ведь вот я я рассказывал в одной из передач, как я слушал рассуждение ракетного эксперта, почему легко попадать в корабль в море? Потому что это единственный металлический предмет на сотни километров вокруг. И ракета его улавливает лучом и идет прямо на него. Ракета, которая летит над землей она может в какой-то момент увидеть какую-то, ну, условно говоря, железнобетонную конструкцию какую-то или какие-то там скопления металла и просто повернуть и ударить туда. Потому что она старая, потому что у нее нет нормальных систем, и она реагирует не столько, она не столько идет по GPS, сколько по каким-то металлическим целям. Поэтому это очень опасно. Особенно вот та ракета, которая пролетела почти под, под центру Молдовы, представляете, вот если она увидит гражданский самолет и повернет на него, это вот что будет? Естественно, Россия, как в случае с малдейским боингом, скажет, Это не мы, украинцы сами сбили. Мы это всегда знали. Но нам-то не будет легче от того, что они соврут, погибнут люди. Поэтому, конечно, это очень страшно. И да, многие говорят, говорят почему ПВО не сбило. Ну, я бы зашел по-другому. Есть ли у нас ПВО в Молдове? То есть гипотетически оно есть, как бы говорят, что есть. Но если оно практически, работает ли оно? Потому что я вам открою большой секрет, что у нас даже противоградных ракет не хватает. Каждый год это большая проблема. Ищут хотя бы немножко, там, потому что град бьет урожай, и там где-то что-то закупают, и не каждый год, и не для всех районов, и, короче, дефицит. А есть ли у нас противоавиационные ракеты? И самое главное, э, вот как было в Украине. В первые дни практически все российские цели долетали до... Э, ракеты долетали до целей. Почему? Потому что э, Работа э, оператора ПВО ⁇ это опыт. Там 90% это опыт. Вот сейчас украинцы настолько натаскали, что они перехватывают иногда вообще все цели, иногда 100%, ну иногда меньше, иногда половина. Но, ну, по крайней мере, половину точно перехватывают. Наши, даже если они это видели, вот представьте, этот э, оператор Бедолага сидит, он никогда в жизни не стрелял по реальным э, летящей цели. Он видит что-то на радаре. Что это такое? Так, звонит в Кишинев. Нет, сначала звонит командиру. Командир, да ты что, да не может быть, подожди. Звонит в Кишинев, там Министерство обороны. А ну перепроверьте еще. Короче, пока вот это вот э, шалтай и ракеты уже улетели. И все. Поэтому, поэтому их и не перехватили. Разумным было бы выход, конечно, в этой ситуации, обратиться официально, например, к Румынии и попросить их закрыть наше небо, чтобы сбивали. Потому что э, на самом-то деле это повод. Допустим, для Украины сейчас они могут на основании этого, например, войти в Приднестровье. Почему? Ракеты прилетели со стороны Молдовы. Украина не ожидала атаки со стороны Молдовы. Они закрываются с тех мест, где у них ожидаются атаки от России. Черное море и российская граница. Со стороны Молдовы они не ожидали. Ракет там, скорее всего, нет никакого ПВО в принципе. Поэтому они могут нам на полном серьезе предъявить, почему над вами могут пролетать ракеты. Мы можем, конечно, прикинуться шлангами и сказать, Тут мы бедные, мы сами, мы не местные, подайте нам, пожалуйста, копеечку, нас нет никакого ПВО. Ну да, но. Конечно, это выглядит позорно, поэтому надо или просить у кого-то, чтобы нам дали ПВО и, и учить срочно наших операторов работать, либо просить э, НАТО, чтобы они помогли нам защитить небо не в плане того, что мы выходим из своего статуса э, как, нейтралитета, а в плане того, что мы просто хотим безопасности, просим защитить небо. Хотя вот именно это очень четко показывает все те скоты, которые что, да не нужна нам армия, да зачем нам ПВО, да вот смотрите вот нейтралитет нас спасет. Спас нас нейтралитет? Да, слава богу, ракеты просто пролетели. В следующий раз, когда они попадут кому-то из вас, крикунов, на башку, вы им расскажете про нейтралитет, про то, что вам поможет он как-то? Как он нам помог? В каком месте вообще нейтралитет? Как вообще нейтралитет может помочь от того, что на вас кто-то хочет напасть? Только надо быть полным идиотом, чтобы верить, что нейтралитет спасает от войны. Кстати, вчера Илон Шор, наш новый лидер пророссийской оппозиции, сказал, что Молдове вообще не нужна армия. Зачем нам армия? И правильно, действительно. То есть нам надо вообще выйти всем в поле, снять штаны, наклониться и ждать, когда придет русская армия. И русские солдаты сделают то, что они делают там, куда они приходят. Зачем армия? Конечно, не нужно. Да, действительно. Все как бы правильно и логично. Посла России вызвали в МИД по итогам вот этого пролета ракет. Не думаю, что это что-то реальное даст, потому что, ну, наши возмутятся выскажет ноту протеста. Посол этот, э, старичок этот российский, он там что-то уйдет. Наши пророссийские силы, наоборот, обгарят наши власти, типа, что вы, как вы смеете вызывать посла? Что вы, типа, у вас других дел нету? Займитесь там, улицы подметайте, не надо, ничего страшного, подумаешь, ракеты летали, подумаешь, там, ядерная бомба завтра пролетит, а может быть, не пролетит, а упадет. И что такого? Что вам, жалко, что ли, что? Места мало, полно у нас территории, пусть летают с точки зрения наших пророссийских сил. С другой стороны, весь мир увидел, что Россия плевала на все международные законы, потому что по международным законам пролет военных, боевых ракет над территорией третьего государства — это вторжение, потому что это, это военное, то есть их можно было спокойно сбивать, мы имели на это полное право, если бы могли, потому что это военное вторжение. Ну, повторяю, Россия плевала на это, и я уверен, что они не извинятся, и вообще, кто, что, молдаване, вы чем-то недовольны, сидите там, как и еще какой-нибудь там эпитет гаденький в стиле этой прессы алкашей или еще кто-нибудь, какую-нибудь гадость скажет про нас обязательно. Здесь очень хотелось бы услышать реакцию наших пророссийских всяких патриотов, всяких вот этих вот там социалистов, шаристов, коммунистов. Ну, конечно же, это сказки, не будет от них никакой реакции. Наоборот, они скажут, хорошо, правильно делают, что летают, так и надо. Ну, повторяю, тут ожидать от них нечего. Здесь единственное, что можно вспомнить фразу, которую ее приписывают Наполеону, что тот, кто не хочет кормить свою армию национальную, тот будет кормить чужую армию оккупантов. Не знаю, говорил ли это Наполеон, но фраза, в принципе, умная, мудрая, потому что так оно и происходит в жизни. Кто не вкладывает в свою безопасность, в итоге он будет кормить тех, кто придет вас захватить. Это как бы обычная логика жизни. Андрей вы, Адина, с нетерпением. Вы высваляете Анадеию тебе доносите правду, диком вам видно, что вы с нами украинцами. Э, спасибо вам. Но, ну, понимаете, тут вопрос э, в том, что сегодня порядочный человек, вот из моего окружения, люди, которые порядочные люди, конечно, они против России. Потому что э, даже те, которые вот буквально еще 8 месяцев назад, ну, нормально относились к России. Но с тех пор, когда э, Россия напала на, на чужую страну, Устроила тот ужас, который она устроила. Ну как? Как может человек, у которого есть капля совести, поддерживать такое? Это может быть тут два варианта. Я это всегда говорю. Либо это те, кто получают какие-то бенефиты от России, поэтому зависит от нее, и поэтому они как бы ну, подумаешь что ну, напали, ну и что тут такого. Либо просто умственно отсталые, которые не могут два плюс два сложить и прийти к выводам, что это неправильно, так не должно быть, что следующие были бы мы в Молдове, что у нас был бы здесь такой же ад, как Россия устроила на оккупированных территориях. Ну. Что делать? Есть такие люди, есть у нас такие люди. А порядочные люди это те, кто сегодня занимает такую позицию, которой мы, которую занимает наш канал, потому что по-другому быть просто не может. Это невозможно. Как? Это как все равно, что во время Второй мировой войны не осудить э, фашизм, не осудить Гитлера. То есть, ну, значит, с тобой что-то не так, раз ты это не осуждаешь. Значит, где-то у тебя что-то в твоей душонке протухло. Э, давайте парочку. А, подожди, там еще были вопросы. Андрей, Польша уже пыталась поднимать вопрос о вступлении в боевые действия на Украине, и ей запретили. Не, не знаю я про запрет. Возможно, да, потому что Польша член НАТО, и это будет автоматическую войну со всем НАТО. Здравствуйте, Евросоюз усилит вооружение Украины. Верю. Вопрос, сможет ли Путлер ОДКБ втянуть? Слава Украине, героям слава. Друзья, ОДКБ Путин не сможет втянуть. Более всего, сегодня была информация о том, что киргизы отменили учение с ОДКБ, которое должно было пройти на их территории. Просто его отменили сказали, что больше не будет. ОДКБ сыпется. Армяне уже фактически выходят из ОДКБ. То есть там остается Путин вместе с Лукашенко. И он даже Лукашенко не может втянуть. Казахстан четко сказал, что он не собирается в это вмешиваться и вообще он считает, что это все неправильно. Поэтому кто, кто, кто войдет в эту войну? Поэтому нет, это УДКБ, вот, как бы это фейки, неживая структура. А, давайте парочку слов. Про... А, да Подождите, что я все время забываю, что там есть еще пару вопросов, начинаю отвечать. А, да, все, я ответил. Так. Украинские войска освободили село Стельмаховка, это колымчинская сельская община Святовского района Луганской области. То есть заходят все глубже в Луганскую область, освобождают ее. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. После окружения и освобождения города Лиман, украинские войска продолжают наступление на севере Луганской области, которая развивается в общем направлении города Сватова. И в северной части этой территории, а также на Кременную южнее. Города... Шоссе и река Красная, где там именно проходит линия обороны российской армии. По открытым источникам сейчас точно установить нельзя. Но судя по карте из сервиса life Map, российские войска держат обороны в нескольких километрах западнее этого шоссе Р-66. От Стельмаховки до райцентра города Сватово всего 20 километров. То есть, ну, если будут взято Сватово, это уже по уровню как Лиман, может быть даже круче. То есть, ну, фактически это речь идет о освобождении Севера Луганской области, даже больше половины Луганской области. Это вот такая вот э, хорошая новость. Ранее в течение недели э, Гайдай э, назвал еще несколько сел. Которые были освобождены на Луганщине. Это Новолюбовка Новореченской общины. Оно расположено южнее, чем Стельмаховка, ближе к Кременной, примерно в 13 километрах от шоссе. Невская, оно расположено через реку Жеребец от Новолюбовки по направлению к российским позициям. Новоегоровка. Это 15 километров примерно к, юге, к югу от Стельмаховки и 16 километров от Сватова. Надия село, которое это соседнее от Новоегоровки. И Андреевка это село рядом с Стельмаховкой. Короче, там нормально, идут четкие успехи. На Херсонщине тоже идет продвижение. Оно сейчас немножко забуксовало. Видимо, Украине надо там перес... как перестроить свои ряды, переподготовиться для следующего броска. Но, судя по всему, идет наступление. И тут надо понимать, что эти успехи будут продолжаться, и никакие угрозы какими-то страшными ответами, или тем более выстрелы по детским площадкам в Киеве, никаким образом ВСУ не остановят. Будет все освобождено так, как и должно быть. Парочку слов по поводу Крысного моста, Крысского моста. Владимир Путин подписал указ, который передает обеспечение безопасности на моста ФСБ. Это говорит о том, что не так все просто, потому что некоторые говорят, что Путин злой на ФСБ, на то, что вот они там ему ложные данные по Украине дали, и из-за этого вся война идет не так. Да, может быть, тот пятый отдел, который отвечал за Украину и Молдову, там, конечно, полетели головы. Но, в принципе, Путин сам ФСБшник, поэтому так, чтобы он совсем навсегда отказался от ФСБ, этого нет. Поэтому он, видите, наоборот... Там охраняли военные и ФСБ. Сейчас он отдал полностью под ФСБ. Крымский мост. Поэтому все-таки, видимо, он доверяет ФСБ по-прежнему. Он почему-то не отдал Кадыровцам или Росгвардии. Он отдал именно ФСБ. То есть спецназ ФСБ там будет охранять. Насколько это улучшит ситуацию? Это может улучшить в плане, вот сейчас там я видел сегодня видео, у них громадные очереди, потому что они сейчас абсолютно все машины пропускают через сканирование. И, а поскольку сейчас народ массово бежит из Крыма, там очередь растянулась уже на десятки километров из машин, там люди стоят уже сутками. И, ну, вот это как раз работа ФСБшников. Вынюхать, проверить, обыскать, допросить. А По-нормальному-то, конечно, такие объекты должна охранять армия, потому что там должно быть ПВО. А там, ну, посмотрим, что из этого выйдет. Потому что все решения Путина, которые он принимает в последний год, они все всегда приводят к плохому для России. Поэтому думаю, что это решение так или иначе в итоге им аугнется. Как? Ну, посмотрим. Также российские власти во второй половине дня объявили вчера объявили о возобновлении движения через крымский мост легковых автомобилей. Грузовики по-прежнему не пускают и, к минимум мы еще как несколько суток пропускать не будут. Грузовые машины эти сутки пока переправляются паромами. Ну, короче, суть в том, что по нормальному вообще после такого поражения моста там должна быть серьезнейшая экспертиза потому что ну кто его вот знает дело в том что почему эксперты объясняют почему допустим Антоновский мост в Ферсоне стоит а Крымский мост там от одного взрыва в двух местах провалился они объясняют что Антоновский мост стоит на э, каменном твердом грунте а Крымский мост в том месте, почему его столько лет не строили? Хотя это первый хотел еще построить Гитлер. Когда он двигался на Кавказ, он хотел построить там мост. Инженеры сказали, что это невозможно. Потом Советский Союз. Несколько раз были проекты, и каждый раз их убирали. Почему? Во-первых, там э, мощное течение. Во-вторых, там сильные шторма. И в-третьих, там э, подвижное дно. То есть там нет э, твердых э, структур, каких-то там, ну, не знаю, там, гранит или еще что-то. То есть там э, дно, которое ну, имеет склонность э, к смерти Смещению. И поэтому эти опоры, они просто могут резонировать, и он, в принципе, он может со временем сам разрушиться, но взрыв ему в этом э, помог. Поэтому сейчас э, вопрос охра охраны, вопрос безопасности этого моста, то есть он стоит очень серьезно. И э, грузовики, которые, э, да, вот то, о чем я говорил, что почему должна пройти экспертиза, потому что надо понять, насколько он э, готов э, выдерживать большие, большие веса. Это вопрос открытый, потому что, ну, представляете, вот полотно и половину его упало. Но ну, вот кто знает, это вторая половина, она выдержит грузовик, там, допустим, 20 или 30 тонн. Никто не знает. На самом деле никто не знает, выдержит ли она легковушку полторы тонны. Это тоже никто не знает. Но просто они как бы считают, что ну, одна легковушка, а, а вдруг повезет и ничего не будет. С грузовиком страшнее. Поэтому они его пока не пускают. Но чем это все закончится, я не знаю. Я думаю, знаете, это русские авось, они, ладно, короче, давай это вот асфальтиком сверху помажем, там это вот лейкопластырь скотчем приклеим и все, и пустим грузовики. Ну, в итоге это может кончиться, как это обычно кончается в России. Полно видео можете найти в интернете, как падают мосты в России, потому что они вот так вот все делаются. Так что э, удивляться здесь, наверное, ничему не стоит. В завершение давайте поговорим про наших этих чмобиков, не наших, вернее, их чмобиков зомби-ленда которые там проходят мобилизации. Я вам покажу сейчас кадры, которые сделаны во дворце спорта в Твери. Это дворец спорта отдали под мобилизованных, и там, как обычно, бухло, драки, все, короче. Ну, на, на видео драки нет, но видно эти пьяные рожи, которые там сидят уже несколько недель. Это типа у них идет подготовка. То есть, видимо, боевая подготовка это квасить непрерывно. Смотрим. Ой, черные глаза. Ой, ой, ой. с вами! Таких видео очень-очень много. Каждый день. Это просто что-то невероятное. Это, знаете, она показывает всем тем, которые рассказывают, что а вот теперь, благодаря этой мобилизации, Россия победит. Как? Как вот с этими людьми? Как это может быть? Как, как вы себе это представляете? Но сегодня появилось, вчера вечером оно появилось, я вам сегодня его покажу, видео, просто шикарное видео. Это прямо, знаете, встреча Пригожина, этого хозяина ЧВК «Вагнер». Он встречается с зеками, которые получили помилование за то что пошли воевать поехали на войну там они получили тяжелые ранения потеряли потеряли руки ноги что им говорит пригожин как вы думаете он им говорит сейчас запротезируйтесь ну типа получите протезы и опять к нам поедете воевать вот такой оптимизм у него посмотрите на это видео сейчас запротезируемся что дальше дальше Владимир. дальше к нам да, да? Да. чувака вагнер можно уехать только либо на пенсию по старости, либо в цинковом гробу. Все остальное все возвращаются. Тебе тоже надо будет на компьютере научиться. Ну, можно другое. Ну подумай. В общем, время есть. Да. Ну, в общем, в любом случае, обратно. Воевать. Знаете, глядя на это видео с этими людьми без рук, без ног, я вспоминаю историю, которая называется Самовары товарища Сталина. Помните, кого так называли? Это после войны люди, которые приходили после войны, а было очень много после Второй мировой войны ампутантов. Люди, которые потеряли руки, ноги, а некоторые и руки, и ноги. И вот его называли Самоваров. У него только туловище, голова, ни рук, ни ног. В Советском Союзе и инвалидов всегда прятали. Вот э, я когда был ребенком, где-то у них там в семье бабушка инвалид на коляске, ее не выпускают из дома. Это считалось стыдно, если в семье есть инвалиды, особенно если там какие-то у людей были там ну, умственные неполноценности или еще что-то. Таких людей вообще скрывали, никто не знал, что они живут в, в этой семье. И эти самовары, товарища Сталина, конечно, они портили вид победы. Ну как, страна победила, а в каждом городе вот эти вот бедолаги, которые даже двигаться нормально не могут, еще некоторые попрошанчить начали, потому что им не хватало. Их всех взяли, отправили на Соловки, устроили там специальный лагерь для... Хотя это фронтовики, это не преступники, но их туда сослали умирать в страшных мучениях, потому что уход был отвратительный, там... Короче, это просто ужас. Об этом есть и книги, и фильмы. Так вот эти вот... Пригоженцы, которые без рук, без ног. На самом деле, в чем их аналогия с э, этими самоварами товарища Сталина? Дело в том, что вот кончится война, человек работать уже не может. Он инвалид. Но он не будет получать военную пенсию, он не будет получать никаких льгот, никаких выплат. Почему? Потому что он не воевал. Он не воевал, не, не было его в армии. Он участвовал в частной военной кампании. По законам России частные военные кампании запрещены. Это преступление, их не может быть в принципе. Поэтому он максимум, на что может рассчитывать, это просто пенсию по инвалидности, которая она просто копеечная, жить на нее невозможно. И вот представьте себе, вот я думаю, надо было ли этому человеку идти туда, при современной войне так, как, так же, как и при той войне, то есть когда э, много артиллерии, всегда много людей с ампутированными конечностями, потому что ну, есть огромное количество видео, где бросают с дрона фугас в окоп. То есть что это, в этот момент происходит? У людей отрываются руки, ноги, либо просто их там они получают осколки такие, которые потом им вынуждены ампутировать. И вот. Э, Нужно ли это все этим людям, которые потом, у них не будет никакой славы, никаких почестей. Я вам даже более того скажу, помните ситуацию с афганцами? Так случилось, когда вот люди, которые воевали в Афганистане, они все вернулись в Союз, и как раз Советский Союз распался. И они ходили по разным этим вот кабинетам, пытались чего-то добиться. И везде им отвечали одно и то же, мы вас туда не посылали. И что на этот человек мог ответить? То есть их просто все забыли, ничего им не давали. У меня, я когда я занимался спортом в начале 90-х, у меня был один парень, афганец, при том, что он, он был ранен и тяжело, но он как бы то есть мог заниматься спортом, у него были просто осколки в ноге. И по мере возможности тоже пытался как-то поддерживать физическую форму. Так Вот он нам это рассказывал, как отфутболивают во всех кабинетах. И это были люди, которые воевали официально, в официальной советской армии. То есть у них там были официальные награды, там еще что-то. И при всем при этом их страна просто... Что будет с этими вот всякими зэками, там, мобилизованными и прочими контрактными, которые непонятно куда, непонятно с кем, непонятно что делают? Теряют руки, ноги, головы и так далее. Ну, идиотизм, а что делать, а что делать? Скажите, почему вы так инертны? имеет в виду Молдаван, наверное, à, нельзя, мы не боимся, чего боитесь вы. Euh, понимаете, à, у нас, во-первых, у нас в Молдове огромный процент à, пророссийских, как было в Украине до 2014 -го года. Ведь в Украине тоже было так примерно, ну, процентов 40 были uh, за Россию. С 2014 -го года этот процент падал, 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 сегодня там осталось, может быть, по полтора процента или один процент негодяев. У нас очень много таких. Это первая проблема. Второе, у нас очень нерешительная власть. Она боится всего абсолютно. Она боится... У нас в центре сидит протест за бабки. Просто вот собрал один оппозиционер, которому... У него особое отношение с Россией. Он собрал по всей Молдове сел людей. Они сидят в центре города. Вот сегодня перекрыли с утра движение. Власть еле-еле, ну, с трудом, пытаясь перекинуть это на примара столицы, потом на мэр по-нашему, по-международному, -по и в итоге, короче, убрали эти палатки. Есть у нас такая проблема, кто-то боится, кто-то не боится, так оно устроено. Андрей, вы не задавались вопросом, почему фашизм это зло? Если бы выиграл Германия, тогда, возможно, коммунизм был бы под запретом. И я задавался этим вопросом много раз. Я считаю, что и коммунизм, и фашизм ⁇ зло одинаково. Это две тоталитарные системы, которые подавляют человека, подавляют э, свободу, подавляют частную собственность. Поэтому это, это зло. И в этом плане мне симпатична позиция украинского сопротивления, которое во время Второй мировой войны воевала одновременно и с фашистами, и с коммунистами. Это два зла, две ненормальных противоестественных системы. Поэтому, да, конечно, если победил бы фашизм, было бы э, больше разговоров о том, какое страшное зло коммунизм. И был бы там, условно говоря, 9 мая, ходили бы все зиговали куда-то на мемориал фашистских солдат, которые герои и все такое. Да, был бы перекос в другую сторону, но это же бы ничего не изменило. Как то зло, так и это зло. Откуда их запустили, что они летят через Молдову? Ракеты запустились с Черного моря и которые летели. Ну, видимо, там то, что летело на Львов, кто знает географию, понимает, что с Черного моря на Львов невозможно пролететь. Ну, нет, можно, если да, ракета может летать так, заворачивая под 90 градусов, современные, наверное, может. В российские вряд ли. Поэтому они летели через Молдову для того, чтобы попасть на западные области Украины. Еще сегодня появилась новость, что предполагается до 40 сотрудников МВД России командировать в зону проведения специальной военной операции. Более того, начали вытаскивать отставников, ветеранов, ведь менты выходят рано на пенсию, там, в 45 лет. Так вот, их всех тоже забирают. Короче, поняли, что чем зеков набирать и просто алкоголиков, лучше набрать ментов-алкоголиков. Они хотя бы имеют представление, что такое пистолеты и, ну хоть, хоть что-то, какие-то понятия о дисциплине. Потому что среди этих мобилизованных дисциплина везде ужасная, бухают, дерутся, короче, создают большие проблемы. Оружие выдавать им очень опасно. Поэтому вот сейчас, судя по всему, начнут выгребать МВД, Росгвардию, пожарников, короче, всех погонов которые имеют представление о том, что такое дисциплина, ну, хоть в чем-то, что было у них нормально. И последнее, что я хочу сегодня рассказать, это то, что россияне стали чаще искать в интернете, как сдаться в плен ВСУ и что грозит за дезертирство. Об этом свидетельствует статистика запросов Google, которую проанализировал канал «Можем повторить». Пик запросов про плен приходится на 2-8 октября. Всего запросов исходит, больше всего запросов исходит от пользователей из Санкт-Петербурга и Московской области. Запрос по ключевому слову, дезертирство чаще всего вводили в поисковики люди из Ингушетии и Карачаева Черкесии. Пик запросов приходится на 18-24 сентября, когда Путин объявил о частичной мобилизации. Это открытые данные, это не я придумал, вы можете тоже их посмотреть. Есть программы, которые показывают вам аналитику Гугла, какие запросы, где, в каких странах подают. То есть, вот они до этого подавали, как сбежать из России, теперь они подают запросы, как дезертировать, как сдаться в плен. То есть, это уже те кто не успел сбежать из России, кто попал в армию, кто попал под эту мобилизацию. Так, друзья, мы... На... А, секундочку, что-то еще... Нет, это я уже ответил. Друзья, как обычно, прошу вас поделиться видео, поставить лайк. Кому нравится то, что делает наш канал, вы можете нас поддержать финансово. Ссылки на PayPal и Patreon есть в описании, или QR-код, который вы видите на экране, наводите на него камеру телефона, переходите на сайт Patreon и становитесь нашим патроном. 1 доллар, 3 доллара, 5-10 в месяц. Это, как бы, вроде кажется, мало, но если это делают 20 человек, это уже мы можем что-то починить, какую-то технику, докупить какую-то технику. Опять-таки, аренда у нас тут не бесплатная. Так что мы будем благодарны любой помощи от вас. Все, на этом сегодня мы заканчиваем. Увидимся с вами завтра. Всего вам доброго. Пока.